Рад снова всех приветствовать на наших обзорах. И сегодня, в отличие от традиционных обозреваний Эльтро Гитар Акустики Бас Гитар, мы будем обозревать вот этот прекрасный комбо-усилитель. Это английская фирма Carlsbro, основанная в 1959 году в городе Ноттингем. Фирма выпускает акустические системы, электронные барабаны, комбо-усилители, ну и другое разное музыкальное оборудование. Также фирма очень популярна благодаря тому, что оборудованием этой фирмы, этого бренда пользовались такие известные группы и музыканты, как The Beatles, Mick Jagger, Oasis и многие другие. Итак, поехали! Перед нами EVO 30. Это двухканальный ламповый гитарный комбо-усилитель мощностью 30 Вт. Оснащен двумя лампами 6L6. Давайте посмотрим теперь на панель управления. Значит, здесь у нас переключение на драйв-канал. Уровень чистого канала громкости. Это лидер-канал, тумблер включения. Значит, трехполосная эквалайзер, бас средней и высокой частоты. И также отдельно уровень реверберации регулируется. Тумблер стендбай, предварительно подогреть лампы. И тумблер включить-выключить комбик Power. Давайте теперь посмотрим на него сзади. Что мы видим? Значит, здесь у нас вот динамик. Он у нас 10 дюймов, мощность 30 Вт. Две лампочки вот стоят, жестко закреплены в таких специальных кожухах. Также на задней панели имеются разъемы для подключения внешних эффектов и выходами на напольную педаль и переключения каналов. Технология гибридная, лампово-транзисторная. Подведем итог. Гитарный усилитель Carlsbro EVO 30 двухканальный с переключателем на канале Overdrive. Мощность 30 Вт, гитарный вход джек, выходов нет, регулировки уровень перегрузки, громкость, эквалайзер бас, средние и высокие, эффекты, пружинный ревербератор.